Добрый день, с вами канал «Городской колхозник». Ну и вот, ребята, собрался я продать свой автомобиль, а покупатель заявил, что, мол, я у тебя его куплю, но ты должен снять наклейку «Peugeot Club Buy». Я говорю, а чего это снять я должен и так далее. Ну, говорит, тяжело она снимается, я ее все равно снимать буду, ну, не хочу геморроиться. Ну, вот снимешь. Куплю машину, не снимешь. Ну, я так понимаю, что человек этот уже когда-то имел дело с этими наклейками, потому что на самом деле я тут разные варианты пробую снимать. Эта наклейка как будто бы на металлической основе снизу. И она совершенно вот, она снимается вот, сейчас я не знаю, видно, не видно. Сейчас попробую сфокусироваться. Она снимается вот по таким вот крупицам. Она не идет вообще. Вот. Вот. Чуть-чуть. Едва-едва снимается. Вот. Вот такие вот крупицы. Снизу как будто металл какой-то, я не знаю, на металлической основе или что. Поэтому, ребята, если вот вы купили себе автомобиль Peugeot, состоите в клубе, наклеили эту наклейку, ну, катайтесь. Ну, имейте в виду, что бывают вот такие ситуации. Как у меня. Ну, либо наклейку, может быть, клеить маленькую. Там, насколько помню, раньше были маленькие наклейки и большие. Либо клеить маленькую, потом снимать. Либо вообще не клеить. Либо где-то вот, может быть, под стеклом какой-то, я не знаю, табличку сделать вот под стеклом, под самим. И эту наклейку на табличку. Табличку пересобачить с обратной стороны стекла. Поэтому... Вот это, я думал, что это будет несложно, но казалось не так-то просто. Вот использую вот такой вот шпатель, пластиковый, вот, может быть, металлическим стоило попробовать, но стекло, черт его знает, может и поцарапать, наверное, если там ребром каким пройтись. Поэтому вот такие дела. С вами был канал «Городской колхозник», подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч!